новости не с пустыми руками. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Ирина Шишнина, Алексей Федоров, Александр Якушин, Алексей Казановский, Сергей Муханов и члены партии «Единая Россия» навестили воспитанников секции конно-спортивного клуба «Планерная» в Химках. Здесь занимаются дети с особенностями здоровья. Гости вручили детям инвентарь для занятий спортом. Это полностью от партии «Единая Россия». У нас есть Ирина Шишнина, которая член общественной палаты. Вместе с другими узнали о такой ситуации, что дети инвалиды, у них не хватает экипировки, и мы вот сделали все, что возможно. С таким снаряжением достичь побед удастся гораздо быстрее. Теперь у ребят есть все необходимое. Мы смогли купить довольно-таки много конной амуниции и подарить детям с ограниченной возможностью. На сегодняшний день в секции конно-спортивного клуба занимаются 100 детей, 30 из них с особенностями развития. Все они посещают занятия бесплатно.